У него есть портупея, фуражка и даже пистолет. Деревянный? Пока деревянный, конечно. Надо бы его черной краской покрасить. На таких, как он, не принято обижаться. Инспектор Петя. Права, товарищ водитель. Путевой лист. Идиот ваш, Петя. Идиот идиоту рознь. Но на дворе 1953 год. Сталин умер! И это не шутки. Времена наступают. Сам тебе буду. Не бери крест, начальник. «Золотой Георгий» за лучший фильм на 31-м Московском международном кинофестивале. Две премии «Ника». Дело-то серьезно. Две национальных премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Диплом жюри фестиваля «Лучезарный ангел». Я хочу, чтобы мы дружили. Приз за лучшую мужскую роль второго плана Роману Мадянову на международном кинофестивале «Листопад» в Минске. Красивой бабе ей ведь закон не писан. Она сама себе закон. Приз за лучшую мужскую роль Егору Павлову на международном кинофестивале в Анфлёре. Народный артист Союза Советских Социалистических Республик. Вот это сила, а? Повезло. Петя по дороге в Царствие Небесное. Фильм Николая Досталя.